Новым годом! С Новым годом! Привет, дорогой! Давай! С новым счастьем! Да! Ты уже такой красивый! Ну-ка. Звоны, ты, клепать! Так правильно, они что прибежали, говорят, где Адамян, где Адамян? Ой, боже мой! Он, наверное, не отошел после Нового года. Смотри, ой! Где он? Ведь да! Где Адамяна? Чернова. Капец, да ну здравствуйте, ну ребята, без 15:11, ну, в 11. Привет, ну за час приходят. Игорь, за 10 часов я буду приходить. Что за час тут делать? Сейчас начинается выступление на сцене Снегурочка в 11. Оно минут 15. Так, тебя же должны загримировать, одеть. Ну, вот я сейчас и оденусь. По сцене главный... Эта женщина принесла мне возле этого... Возле проходной, представляешь, принесла огурцы с помидорами. Это мы, знаешь, что можем тут открывать. Надо будет... Я сегодня хотел... Знаете, помидоры какие шикарные. Это, я хотел сегодня пригласить вас в гости. Тебе и Леша не звонил? Звонил. И что, пойдем? Пойдем. Ну тогда идем. Просто я посмотрел на расписание. Один спектакль, второй спектакль, от 4 до 7. Подожди, а потом же еще. Так что сегодня будем? Идем или не идем? Ну пойдем, да, я просто думал, чтоб вы согласились. Я взял сюда, знаешь, что... Тут еще абрикосы. Сейчас или домой к тебе взять? Кусочек наполеончика. Игорь, я сладкое боюсь есть. А он, мама сделала не сладкое. Я понял, ну я кусочек попробую. Сейчас прям? Нет, сейчас нет, сейчас нет. Я тебе хочу кое-что отдать. Ой, внимание, сейчас... второй, да ну и ты я со своими звонками. Я после Нового года, видишь, не обувший. Да, ты хорошо выглядишь. В общем... Не переел, видно. Пережрал. Так, ну, смотри, тут эта зрительница высылала такую коробочку конфет тебе. Спасибо. То есть есть такая же Леша, но немножко другая. Я поздравляю ее с Новым годом. Это еще не все, она тебе прислала вот такого, не знаю, есть у тебя, нету такой? Какая прелесть. Такого прелесть нету, да? Нету. Это еще не все? И а вот такую приеду штуку. Ой, мамочка, спасибо. Очень красивые такие статуэтки, я думаю, что они оригинальные. Да не надо, это, ну, мне и так, как говорится, стыдно, неудобно. Ой, короче, поздравляю. Целка Македонска. Это, с Новым годом и счастья, здоровья. Спасибо. Всем желаю, исполнения всех желаний, чтобы это коронавирус куда-то вообще исчез, и мы зажили опять так же. Без опаски, без масок, все, чтобы было хорошо. Вот. Но главное здоровье, все приложится. Спасибо, Игорюк, большое. Тебя тоже с Новым годом. Все твою семью. Да, буду одеваться. Спасибо. Я мечтаю, и мечта моя простая.
Бог мороженое съест. Вы заботливый, не вы, отгадал я. Ну, конечно. Но питаю я надежду, что дождетесь вы меня. Еще надо ноты, да, чтобы дали. Ну да. Так. Сейчас я просто сыграю. Donna regal, che fuggi, e fa sto vita l'ansia, nel fiore la morte, tuo padre, fuggi. Il polo orchiama di Агалинте. Орхьяма Абигаиле. Il popolo orchiama Abigaili. Не видно тут ничего. Il popolo orchiama Abigaili. E con storo con danza. Это твое соло. Вот это твое соло, которое надо точно знать. Давай еще разочек. Значит, Donna Regal. Donna Regal de Fuggi in Fausto. In Fausto. Fausto. Grido. Grido annuncia. Annuncia. Del mio re la morte. Дальше. O padre è un Fuggi. Fuggi. Il popolo. Orchiama Abigail. Зовет Абигаил. Народ зовет Абигаил. E costoro. Костора конданна. Конданна. Костора конданна. Давай попробуем. Раз, два, три. Donna regal del Fuggi, il Fausto qui d'annuncia. Нет, на два все. Info Fausto. Info Fausto qui d'annuncia. А, короче. Нунция. А, еще раз. Info. In Fausto quid annuncia del mio re, нет, del mio re la morte. O padre, fuggi. Дальше. Il popolo orchiama Abigail e con sorro condanna. 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 Donna regal. Раз, два, три. Donna regal. А быстрее, да-да-да. Donna regal del Fuggi in Fausto qui. Un Fausto. In Fausto qui d'annunzia. Нунция. Сейчас уже быстрее, чем надо, понимаешь? Нунция. Да, in Fausto. In Fausto qui d'annunzia del mio re l'amore. Padre, fuggi, il popolo orchiama Abigail, e costoro condanna, e costoro condanna. Ну да, так мы, ребята, учим. Да, люди спрашивают, как вы учите партию? Вот так. С концертмейстером, да. Да. Да, да. Угу. А там... Детишки есть у вас? Где? А, да, были, были. Угу. Это еще второй спектакль, а потом... Ну, да. Нет, еще репетиция. Угу, до семи. Так, значит, что тут перед тобой? Да, давай передо мной еще посмотрим. Сцена, финал. Да. Угу. Вот. Это значит... Аллегро пошло. Захария... Сцена и финал секунда. Угу. Вон, 135, если что, там будешь учить с кем, да. Так. Квельта сорде да муто поче кесендо. Donna regal del Fuggi in Fausto qui, in Fausto qui d'annuncia del mele l'amore. O padre.
ре. Фуджи. Il popolo archiama Abigaille. Il popolo archiama Abigaille. E con toro condanna. Так. Мальзорде твою, окейке фио. Это не ты. Раз, два, три. Дон Дорогаль, дель Фуджи, ин фауста кида нунция, дель мира ла морре. Дель мио ре ла морре. О, падре. Фуджи. Il popolo archiama Abigaille e con sorro condanna. Ты слуга ее папы. И ты рассказываешь, что мой король умер. Я слуга ее папы. О, господи, папа умер мой. И ты ей говоришь, беги, беги скорее, потому что народ уже зовет эту Абигаиль нехорошую. Давайте еще раз и вторую эту. Да. И пойдем дальше. Так, дай мне сорде леуду, окельке. Del Fuji, in fausta qui d'annunzia, del mirella morre. O padre! Fuji! Il popolo orchiama Abigaille, e con sorro condanna. Costoro, contoro, paiosi. E costoro condanna. Раз кусочек твой, и здесь ты поешь вместе со всеми ферма. Угу. А, она поет Фенена, дочка его. Ферма, о Свентура. И вниз, ферма, о Свентура. Ферма, о Свентура. Так, хорошо. Это с хором, да, там, с тенорами? А, да. Это с хором и Захария, и все в один голос поют. Так, тут тебя нету. Вернее, ты тут с хором поешь, это мы даже учить с тобой не будем. Это бессмысленно. Только сольные твои штучки. Посмотрим. И теперь ты поешь с этим, с Набука. Вот. Ага, это третье действие, да, если я не ошибаюсь? Сейчас, подожди, вообще, я гляну, может, где-то еще у тебя что-то такое есть? Так, третье действие. Гранд Сачердот, это Абигаиль. А, вот, все-таки есть вот эта тряпочка, да. Дей сеньоре мисегви. Мисегви, идите за мной. Сеньоре мисегви. Абигаиль с Набука. Он уже старенький, уже ничего не соображает, его уже молния стукнула. Кто со мной говорит Набука? Де сеньоре ми сегви. Сегви. Де сеньоре ми сегви. И Набука тебе сопротивляется. Де сеньоре ми сегви. Кипор лор ардише де Набука. Де сеньоре ми сегви. Де сеньоре ми сегви. Так, и ты его ведешь, и... Я даже не видел спектакля, лучше страшно. Ну, посмотришь. На спектакле, да? Вот и увидишь, да. Хорошо. Так, тут у них дуэт закончился, тут тебя быть не может. Потом хор идет. Сапреса, листантен, тутунта, фатале. И потом идет ария Набука. И потом ты приходишь к нему и говоришь, что солдаты все за тебя. Понимаешь? Он говорит, все, пошли спасать мою дочку Фенену, которую должны казнить. Понял? Боже, вот ты ее предупреждал, ну и сюжет надо а почитать. Ее схватили все-таки. Не, наверное, все в результате. Почитать. Так, вот твое будет соло. Сеньора Орикори. Аля Барналь Эйза Прикори. Сеньора Орикори.
cuori. Signore, ove cuori. Signore, ove cuori. Uscir tu brami. Uscir tu brami. Perché si insulti alla tua mente offesa. Uscir tu brami perché si insulti alla tua mente offesa. Ага, еще такое. И ущите брами, ущир ту брами, персе синсульти ла туа менто феста. Хай Бог мой. Алла туа менто феса. Алла туа менто феса. Алла туа менто феса. А ну сыграйте мне так вот, чтобы вот это вот полностью. Сейчас сыграю, ага. Да. Ущир ту брами, это легко. Ущир ту брами. Вот дальше. Першке. Ты поешь элементарно, правда? Да. Мы начинаем после 11-го тоже репетиции, Кармен. Кармен, да? Но мы не вспомним эту сценически. Урок это достаточно. Мы должны знать партии. Надо репетировать все вместе. Хорошо. Я так пригласил. Хорошо. Директор театра. Donna regal del Fuji in fosta qui l'annunzia al mio re del mio re l'amore. O padre Fuji. Il popolo or chiama Abigail, e costoro condanna. Costoro condanna. Attenzione, sempre, non guardare questo. Papim, pam, tatim, tatim, papim, pa. È sempre legato a tarira, tarira, rai, la rira. Tutto valore della nota, non tatim. Tatem, tatam, ok? Sempre, si mi fa sol, mi, prova. Si mi. Da qua. Donna regal, del Fuji. Bravo. Donna regal. Sama vagina e slova. Donna regal, regal. Regal. Donna regal, del Fuji. Del Fuji. Attenzione, in fondo, tempo. Tica. Del Fuji. Del Fuji. Я вообще там вот такое вот. Del Fuji. Del Fuji. In fondo, fino all'ultima del mare. Del mio re. Сильная доля, да. Okay. Инфаусто, что другое поешь. Инфаусто, где? Инфаусто, ты донунци. Инфаусто, ты донунци. Это ла фа ин дуэ. На два. На два однозначно. Okay. На два. Это Аллегро идет, вот это. Макве соке, ты мульто. Спасибо, Ирина. Окей. Не, я помню просто, потому что мы недавно его ставили. Ну, может быть, где-то и на 4 идет, но у нас там точно. Donna regal. Еще можно? Конечно. Defugi. Defugi. In fosta qui d'annunzia del mio re l'amore. O padre. Fugi. Il popolo oriama Abigail. Ecco soro condanna. Chiama Abigail. Ecco soro condanna. Il popolo or chiama Abigail, ecco soro condanna. Grazie. Molto bene. Все. Спасибо, Антонио. Спасибо. Bravo. Не уходите. Валентина Ивановна пришла.
Я вас обнять готова. И груди. И груди. Покажи, покажи. Своей прижать. Вы готовы? Вы готовы, своя слава. Королевская. Королевская сдержать. Саша Сергеев, я вас обнять готова. И груди своей прижать. Риголеттова, Риголеттова. Коля со Светой сидят. Колин крутой руками. Ребятки, два спектакля прошло. Урок. Сейчас еще репетиция. За картки была записка. Смотрите, перед новогодний сюрприз. Желаю, чтобы были с мамой здоровыми, счастливыми. Мы вас любим. Спасибо, что вы есть. Спасибо. Привет. С Новым годом. Спасибо. Мужик заходит на прием к врачу. У него такая рука вся тут перемотана. Хирург. Ты можешь помолчать? Нет, нет. Мужик заходит к врачу, у него перемотана рука, вот, он такой заходит, ой, доктор, ой, помогите, у меня что-то рука так тянет, ой, у меня тут рука болит. А доктор сидит так, так, у вас член болит? Да не, нормально, все, нормально. Говорит, ну, а с глазами все нормально? Ну да, все нормально. А что вы такие дурацкие вопросы задаете? А потому что у меня на двери вот такими буквами написано. Уролог! Антонио. Я снялся. Сашка, Сашка анекдот рассказывает, там этот Антонио стоит. Да Игоря мама сделала Наполеон. Это ты сладкоежка, да? Нет, я недели три, наверное, вообще сладкого не ел. Да сейчас, а вообще вот было... мясная, вот больше мяса? Рыба. Рыба, да. Ой. Рыба, а я наоборот, я вот мясо. Рыба, уважаю овощи. Ну тут же где-то, вон красный уже, видишь? Да. Я говорю, пришел, только пришел учить, только первую ноту вижу, и Антонио заходит. Матерь Божия. Это вообще капец. Ну как назло, знаешь. Это орешка, какой тебе кусочек. А вот мне надо разбавить. Нет, ну, вот это тебе. А ты с середины? Да, да, мне с краешку можно. Давай мне вот это, да. Да чего ты, Игорь, господи, помилуй. Да что ты мне прямо? Ну, если понравится, еще отрежу. Бери чай. Спасибо, сейчас я попробую. Какой добрый дядя. Ну, ну, он не сладкий такой. Ничего, сладкий, как не сладкий. Не приторный. Ну, вкусный. Она еще торт. Сколько лет маме? 80. И это торт. Она не вот это, внутри такие стыкла. Ну, молодец. Я говорю, говорю, мама на каблучках. Туда-сюда. Ну, вот это...